Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Квартира без сквозняков, шуба из натурального меха и полный деликатесами холодильник вот могут стать пределом мечтания этого имени. Буквенное значение имени во главе с буквой А означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Звук Е предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Буква Э дает человеку обаяние, вычурность и хитрость. Эти люди особенные, так как находятся под управлением планеты Прозерпины. Эта планета очень сильная и эффективная. В Древнем Риме считалось, что Прозерпина очень властная и сильная богиня. Она ассоциировалась с плодородием, успехом и процветанием. У римлян эта богиня управляла подземным царством. Значение буквы Э говорит о хорошо развитой интуиции, любознательности, умении выделять из набора разрозненных фактов главное. Звук Е также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Часто люди с гласной О склонны к консервативному образу мыслей и принципиально сковывает их возможности. Буква Н в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Любопытство, иногда чрезмерная пронырливость, присущи этому человеку. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Обладатели буквы Н в этом имени отличаются стойким характером и умом. Для человека с буквой О в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Для владельца имени с буквой Л требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Высшие силы постоянно посылают владельцу этого имени различные знаки и говорят о том, что они полностью на их стороне, одобряют то, что они собираются совершить. Также определенные знаки в их жизни дают понять, что они на верном пути. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Буква Л в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Обычно эти личности очень амбициозны, энергичны, инициативны, активны. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.